Вот. Новый ДД будет? Ну, будет, но пока хочу играть в игры, очень кайфовать. Хочу разбавить, так сказать, контентика, блядь. Вот. Чё, Гукасик на 5 лямов, блядь? Значит, я на 10 обещал. На 10 можно сделать, но это легендарная хуйня, это надо подождать чуть-чуть, то есть это историческая залупа, это надо прям снимать нахуй Москва-Сити, блядь, звать всех пацанов нахуй, московских и девчонок, блядь, делать вечеринку, ебать, и казик просто бонуски, блядь, 10 штук по миллиону взять. Вот. Вот, почему так стрим называется? Вот, и почему я сказал, что квартира легендарная? Потому что всему легендарному рано или поздно, к сожалению, приходит что-то новое на смену, блядь. Мы решили переехать, короче, через несколько дней. Я думаю, еще пару стримов в этой квартире. И мы переезжаем. Хочется перебраться, хочется более какого-то... Во-первых, вам так скажу, знаете, есть такая хуйня в организме, в гормонах, называется дофамин, ебать. И я не знаю, может быть, вы замечали такое, допустим, я вот сейчас пожил в Дубае 2 месяца, да, и я приезжаю сюда, я как-то с новым дыханием, блядь, смотрю на Москву, ебать. То есть обстановку охуенно менять. Пиздец как. Я вам всем реально советую менять, выходить из зоны комфорта, блядь, менять обстановку, балдеть, ебать. Просто кайфовать от жизни. Вот. Меняйте обстановку. Вот. И поэтому, короче, я решил квартиру эту сменить. Ты в хату или дом? Нет, дом еще строится, я в хату. Обзор на хату снимешь, да? Вот. В ближайшие несколько дней переедем. Естественно, в те дни, когда я не буду стримить за компом, там, в силу переезда, то, что компьютер еще не поставил и так далее, буду ебашить на телефон. Соседи будут? Да, будут, но мне на них похуй. Потому что... Как это называется? Потому что есть... Ну, не в смысле, что мне на них похуй. Так-то я люблю соседей. А в плане то, что я не буду просто, ну, по ночам шуметь, вне закона, так сказать. Я килька, блядь? А старого соседа не жалко. Ну, кстати, я ко всем соседям после того, как съезжаю, захожу с бутылочкой вина, просто дарю им, говорю, извините за все. Извините, долбоеба траханого, блядь. Зарк, здорово, смегу, блядь. Вот, поэтому ближайшие, я думаю, 2-3 дня, надеюсь, очень сильно надеюсь, мы переедем. Также будем продолжать боксом заниматься. Новое место обустрою, потому что, ну, эта хата подзаебала, если честно. Пиздеть не буду, блядь. Хочется обновиться, блядь. Fortnite 2, нахуй? В смысле, ебать? А, Fortnite 9, понятно. Да что, Fortnite 9, коллаборация со Станиславом 9, что ли, или что? Вот, и, честно, пиздец соскучился по некоторым людям в Москве, не по всем, некоторые пошли нахуй. Смотрите, блядь, что у меня есть. Я человек... Ебать, кнопкой золота, может нахуй разыграть, она все равно беспонтовая в жопу ебалую. А это мед, ебать, это смегма Пчелкина, блядь, так сказать, стоит. Что еще вам показать? Короче, на самом деле, здесь можно много чего разыграть. Это реально настолько легендарная историческая хата. Посмотрите просто, сколько девайсов. Чтобы вы понимали, они все разъебаны. Здесь все сломано. Это я все время игр ломал. Наушники, клавиатуры. Разбитый телефон просто в салат, нахуй. Я психанул во время катки, разъебал его. Да, я долбоеб. Вы меня знаете, нахуй. Да, я долбоеб, нахуй. Не чекаешь фририо 2, чекну. Змеёныш, блядь, все это время он здесь был. Змеёныш, блядь, где ты был, долбоёб? Я не мог его найти, ребята, нахуй. Так, возвращаем его на законное место. Это моя студичка, она никуда не девается, блядь. Но много новых треков готовится, блядь. Честно, пиздеть не буду. Грязючка прям, ну, назревает хорошим. Мониторчики. Короче, по-хорошему все это разыграть, так же, как и большинство шмоток, потому что сейчас похудело, много шмоток просто на мне висеть, как на лохе ебаном будут. Что это? Блять. Это можно, ну, разыграть, так сказать. Пойду что-то еще вам покажу. Это кальяшечка, блядь. Чашечка свежая, нахуй. Чуть-чуть в говне, блядь, просто, ну, кусочки, так сказать, выделений калелых, блядь. Ну, в целом, слезать можно, как новенькая будет. Компьютер, блядь, дай бог вам здоровья. Блядь, и вот эта мышка ебейшая, но и вы ее нигде не купите, поэтому просто забейте хуй. Просто подращите и успокойтесь. Это просто пиздец. Это просто ебанутейшая мышка. Клава тоже. Наушники, так как я больше не амбассадор SteelSeries, скажу, хуйня. Жду новые наушники. Так как я тоже опять не амбассадор SteelSeries, могу сказать, что они мне обещали, то, что у них выйдут новые наушники. Я думаю, они будут пиздатые. Потому что клавиатура и мышка просто разъеб. Ну и ковер вообще охуительный. Так, поехали дальше. Покажи все повязки. Ой, надо, слушай, их сейчас, они сейчас везде разбросаны, это надо ходить по этажам. Опачка, дишечка, блядь, недокуренная, судя по всему.
Бля, Сонечка, как здесь давно не было? Ёбаный сыр, нахуй. Бля, прикольный где-нибудь ларек был бы в Москве открыть свой, просто, знаете, такую импровизированную лавочку и просто все раздать свое, нахуй. Потому что мне нравится, не нравится начинать новую жизнь, это охуенно, бля. Узнаете машинку, бля? Бля, скучаю пиздец, как по ней, я не знаю, просто не могу, нахуй, успокоиться. Вот просто вот люблю эту машину. Очень охуенная. Такая пиздатая, блядь. Я реально задумываюсь просто о том, чтобы ее взять заново. Потому что, ну, она просто гениальная. Это что? А, это наушники я купил, блядь. Что, это анальная смазка? А, нет. Это что? Ой, это с моего турнира, помните, который я проводил стример? Стример. Стример! Блядь, стримил. Дай балкон покажу вам. Я на него вообще сам никогда не выходил еще. Ебать тут одежда, ебаный сыр. Это то, что мне Егор дарил. Готовится к переезду, так сказать. Тут, короче, хата практически вся выдраченная уже. Тут просто собрать вещи и съебаться. Не полевит, да я съезжаю нахуй уже. Так, сейчас, секундочку. Ничего не спалю, никакой член. Ну, тут массажер, естественно, все. Много шмоток, блядь. Помните, я выкладывал фотку со своим Стунайлендом? Который самый первый я купил. Показываю. Блядь, патч сорвали, черти ебаные, блядь. А! Да какая отвертка? 1337? Крестовая? Не, хуй знает. У меня нет. Что здесь еще есть? Эти толстовочки, блядь, всякая хуятинка, блядь. Короче, многое прям надо обновить. А помните этот пиджак, блядь? Есть еще прошаренные просто челы, которые прям давненько за мной следят. Кто знает, где я в этом пиджаке был. Один раз в жизни я его надевал, нахуй, последний. Блядь, столько надо вещей раздать, пиздец, блядь. Надо куда-то в детские дома их отдать, или я не знаю. Для детских домов они слишком большие будут. Хотя крепыши есть ебучие вообще. Нашел, да-да-да. Вечерний бустер, так называемый. Халики, блядь. Смотри, что здесь есть. А это вообще в квартире, это такая хуйня. Ух ты, оба народ. Эта хуйня изначально в квартире была. Я даже сон не лазил. Ты гора, блядь. Просто DVD-шечки, блядь. Балдеж, ебать. Это мой компьютер, блядь. Дай бог ему, сука, здоровья. Блядь. Ну, я думаю, короче, надо его просто настроить и Катюхе отдать. И все будет заебись, блядь. Прям реально заебись. Кать, ты не в трусиках? Я спущусь? В трусиках, тут же Матвей как раз. Понял, спускаюсь. Блядь, чуть не ебнулся. Ладно. Нет, чат. Мы тут чуть-чуть сумочки разбираем, только что с приезда, блядь. Смотри, что у меня есть. Хотите, блядь, ну просто чуть-чуть повыебывать. Так, ну, много не буду. Ой, ебаный. Что ты их разбросал-то, блядь? Много не буду выебываться, но что это... Ух ты, блядь, ты чё, Гуччи, ебать, ебаный сыр, блядь. Решил себя, короче, побаловать. Так сказать, запрещеночка, блядь. В Москве такого не купишь, нахуй. О, да. Ну-ка, стой, 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 стой. Ой, блядь. Хуйней воняет. Балдёж. Наши паспорта. Кепочки Шреков, блядь. А где, кстати, кепочки Шреков? Они у меня лежат. Чё, пойду пацанам машинку подарю? Это, смотрите, это я, короче, маме купил на подарок. Что за машинку? Ну, мне же её сделали. Прикольно. А, реально? Ну да, да, да. Ты уже видел её сам? Не-не. А, то есть ты первый раз вообще пойдешь смотреть? Да. Вау, круто. Это круто. Давай, иди. Ну, слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы ты с мамой пошла, потому что, ну, мы бы уже типа поехали. А где моя красная? Я бы хотел, чтобы ты реакцию людей чуть-чуть подсняла. А каких людей? Ну, прохожих. Там же ебать какой выхлоп сейчас. Окей. Ебать кроссы? Охуенные, согласен. Какие, розовые? Да. Да, мне тоже нравится. Мне еще такие красные, мне ребят подгоняли. Подкинули, блядь. Могу понять, ребята, где они? Комп с Дубая привез? Нет, это Катюхин комп, и он останется в Дубае.
Говорит, любимая, этот ком тебе по итогу остался в Дубае. Пишет, он в России или в Эмиратах? Так, давай подумаем. Давай сейчас просто молча покажу тебе чуть-чуть вот то, что меня окружает. И ты скажешь, в России или в Эмиратах? Это похоже на Эмираты? Ну... По-моему, очевидно, что да, бля. Это Дубай, братанчик. А что это такое? Подвалилось от чего-то? Это Египет, братья, говорит. Малыш, это от микрофона? Это от вебки. Короче, вот такие маме купила, она очень их хотела. I'm sorry. Вот такие, ну и вот такую вот историю, ебать, скромненькую. А покажи, какие очки. Показать очки? А ты примеришь их на себе? Могу, но... Султана с собой взяли. Я султана очень звал в Москву для того, чтобы, так сказать, ему отплатил. Ну, он, честно говоря, не очень хотел. Не будем углубляться. Давай, ладно. Держи. Да нет, в смысле, просто ему нравится жара. Нравится ебанутая жара 70 градусов, блядь. Опа. Ой, такой прикольный материал. Ты же трогал? Ебать, как верблюжья жопа, нахуй. Ты же не знаешь, какая верблюжья жопа. В смысле, я, блядь, сейчас трогал верблюжью жопу. В смысле, я гонял на верблюдах. Я чемпион мира на гонках на верблюдах. Вообще нормально, что я беру очки? Ну, нормально, но они открытые. Солидол. Короче, маме, думаю, понравится. Ей нравится такая форма, она мне любит, как человек-муравей в таких огромных гонений. О, ты что такое? Ну, я любя, в смысле. Ну, я знаю. Не, я просто знаешь, что мне нравятся большие? У меня такие не очень. Очки, естественно. Странно прозвучало. Готова. Это Матвей. Матвей, расскажи о себе. Меня зовут Матвей, я новый пупок Славы и Кати в России. Все, собираю все, монитор. Тише, Матвей, убирайся дальше. Слишком много наговорил, сегодня без еды, Матвей. Ладно, Матвей, мы пошутили, блядь, только без воды. Что? Выходи, выметывайся отсюда. Да, хорошо. Сейчас положу. Давай, ладно, собирайся. Потом... Хозяйка, куда монитор ставить? Че ты молчишь, хозяйка? А что, это Катюхина, ребят, помойка, бля, ебаная. Просто монитор погнутый, потому что все хуячит, неуравновешенное. А у меня не держится, у меня... А хотите, вот просто покажу, что такое зажранная, блядь, Екатерина, блядь? Слав, причем тут я, если твои наушники, которые ты ломаешь постоянно, кидают наушники о пол. Да. Ай, попалась нахуй, ай, блядь! А что ты пришел-то ко мне, приперся? А, то есть мы типа нельзя, да, снимать? Типа частная собственность, да? А что ты сюда пришел, Слава? Мы тут делами занимаемся, Матвей. Ладно, я прости, любимый, прости. Хочешь, я сыграю романтическую песню на укулеле? Ну, признай, что ты сломал эти... Я сейчас даже покажу, они сейчас признают. Да они сломанные, вот эти вот, короче... Некоторые сломанные, да. Слав, тут, наверное, одна пара сломана. Хорошо, ладно, давайте так, на чистоту. Это сгустки моей энергии. То есть я брал... Он себе пол ломает, а потом вещи, куда да, их класть? Сюда. Вон еще, смотри, один. И вон еще микрофон. Ебаный да, рот, да. Блять, мышки нахуй. Мы можем магазин свой открывать, блять. Кто будет закупаться в нашем магазине, блядь? Давай вот играй. Так же будет техника лежать. Давай играй. Мне нужно укулеле, я не умею на гитаре. Ну, научишься. Аккорды какие? Скажи им два аккорда. АМДМ. Как зажимать, какие? Какая сторона? На, я покажу. АМД, бля, это процессор, какой нахуй АМД. АДМ, АД змач, бля, кайф. Вот, смотри. Ну, смотри, запомни. Да. Ты смотри. Ну, я смотрю. Ты будешь играть? Да. Вот. Ну-ка, ёбни что-то, давай, я спою. Ну, дальше. Ебаш. Мы приехали в Москву, мы приехали в Москву. Господи, как же они кайфовали, пока нас не было. Сейчас наш сосед снизу просто перекрестился, наверное. Он такой, господи, неужели он вернулся? О, нет. Ну, блядь, он... Я уже ставил свечу за упокой. Не, ну, есть вероятность, что он волновался, что я умер. Так я подтвердил, что я жив этой композиции. Я бы, кстати, еще попел, блядь. Он был счастлив. Так и скажи, что не нравится мой голос. Так, а что у нас там, ну-ка? Ёбаный рот. Мужик какой-то лежит. Давай, да, бля, малыш, пойдем. Ебать, еще монитор. А, это мой любимый, нет, это мне подарили. Любимый, я уже его забрала. Схуя ли ты его забрала? Потому что он лежал тут полгода. Какие нахуй полгода? Мне его подарили перед отъездом просто. Я не успел его разобрать. Нет, блин, что происходит? Ты видишь, что у нас мы только приехали, но сразу, зачем ты все снимаешь? Малыш, я не пытаюсь, как бы это... Ну, это нормальный процесс, мы разбираем вещи. Рассказываю, знаешь, что это за кроссовки? Это Adidas, во-первых. А во-вторых, короче, эти кроссовки мы вчера купили в Nike, с какого-то хуя, причем, что это Adidas, за 7 тысяч рублей. То есть они просто на витрине лежат. В самом вот в большом Nike.
7000 рублей. Охуеть, да? Там пиздец, на самом деле в Дубае очень дешевые цены. А на все брендовые шмотки. Сейчас. Пока. В Дубае очень дешевые цены. Кроме еды и развлечений, и вечеринок. Единственное, там квартира на год стоит 50 миллионов, а так там очень дешево. Какие, что ты, блядь, лечишь нахуй? Пацанам хуйню втираешь, блядь. Купа, сколько ты смотрел? Какие 50 миллионов? 50 чего миллионов, блядь? Рублей. Хуй. Ну да, рублей. Да. Каких нахуй рублей, блядь? 50 миллионов, блядь. За 2 миллиона на год и все. В смысле, вру? 7 тысяч нахуй просто. Просто семерочка уверенная. Пиздец, стилетчик прям. Короче, кроме... Ну, недвижка, да, более-менее дорогая, как бы. Вот. И еды. Шмотки пиздец дешевые. Чтобы вы понимали, все на 30-40% дешевле, чем у нас здесь. Так же, как и машины, блядь. Сейчас, секунду. Сейчас спустимся. Грибаль покажи. Если хотите, могу еще показать, что купил. Так сказать, запрещеночку, блядь. Такое сейчас хуй найдешь где, блядь. Честно, закупался с мыслью, что просто, ну, типа, все. Ты сейчас меня боссышем называешь перед пацанами? Не, ну правда. Ты сейчас типа решил поебаться? Матвей, это ты. Я не ходил. Малыш, а почему все эти чашечки ну, на контуре в говне, блядь? Не знаю, хуйню высрал, ладно, извини. Согласен. Вообще, с кем не бывает, бля, шутка не залетела. Да, пацанам быстро продемонстрирую. А можешь быстро мод показать? Да неправильно выстрелил просто предложение, какие чашечки. Ты полетел, брат? Нет, я там буду ждать, пока мусор выкину. А, в натуре? Я же пупок. Давай, пупок, все. Сейчас... Быстрее. Да ладно, на самом деле, это наш Кент. Это мой менеджер. Это личинка Гены. Гена ушел, ребята. Гена вырос. Мы его вырастили, и появился новый менеджер. Пишет, Матвей ебет Катюху. Блять. Опять. Что, в смысле, опять? Типа, вот это не первый раз уже, нахуй? Давай быстрее, мама ждет. Пупа, где моя сумка-то плохая? Короче, показывай, что я купил себе в Дубае за все время. Шорты Амери. Шарите за эту хуйню? Большое пространство для пенсила. 3000 дирхам. Размер одинаковый взяли, ребят. Взяли одинаковые с Катюхой шмотки. Ну, это брючки Зара, блядь, у них просто белые брюки. Шорты ебейшие. Ой, ты не прибедняйся, вон, Балансиага, раз. Это подарок, Балансиага, ты нахуй спалила. Это подарок, ебаный рот, ты спалила, ебаный. А, это я спалил, бля, ебать, я тупой, нахуй. А где я, тупая сумка моя, Слава, где ты с ним? Это кастом, вообще, единственный экземпляр в мире. Вообще больше таких нет. Малыш, много 2000 дирхам. Да, я. А. Кого не можешь найти? А можешь лучше поснять эту хуйню? Хуйта? Согласен. Ну, мне нравится. Посними меня, я быстро покажу. Это... Осуждаем, бля, ибо нахуй я это растопырил, оп, так. Какая смешная. Синий щит. Охуенно, ты вообще не слышал? Ебать, я Катю просто в попочку сегодня трахал. Что? Ничего. Что-то говорил? Нет. А, показалось. Стилечек. Вот это ебейший стилечек, знаете почему? Limited Edition, блядь. 32-я футболка из 100, нахуй. Вау. Ага, блядь. Я такую же могу нашить. Я сейчас тебе нашью. Знаешь, сколько? 500 рублей нашивка такая будет стоить. Сейчас яички на лоб нашью. Напишу тебе 32, напишу тебе первое из 1000. Вот это пиздец вообще. Вообще. Это такой свек, это ебаный дрип, нахуй. Ты посмотри, смотришь? Чисто, ебаный грип, чисто... нахуй. Смотришь? Бомжара футболку испачкали. Let's go, bro! Слав, ты хоть постирал бы ее, что ты просто ему позоришься? Это сперма. Ну. Ничего плохого, блядь. Да, тоже верно. Дрю. Это... Дрю. Ну, это Андрюхин бренд. Типа Дрюня. Типа Эндрю? Да. Это вы видели, это самое первое. О, это мне Осел подарил. Охуенная футболка. Осел? А Мункер? Да. Да, естественно. Реально? Да. Ебейшая футболка. Кам, Де, короче... И вот это. У тебя уже разнравилось, да? Ну, меня заебало уже. Ну, и вот это. Шорты охуительные, блядь. С байкером, блядь, колобком, нахуй. Подожди, это же не все, еще было. А что еще? А, ну... Еще много футболок было. Еще футболки были, Слав. Увай, так сказать, ебаный сорочек. Ну и сумка.
Еще футболки были. Нет, все, футболки кончились, малыш. И все, это ты набрала себе пиздец. А что взяла? Че, говоришь? А что ты показал? А где он? Пишут, черкизовский вернули, там он затарился. А, ну самый дорогой это вот это. Слава богу, черкизовский не ушел. Это самое главное, что Слава, фактически. Охуенная форма, пиздец какая. Нам надо ехать, Слава. А я не могу... Ты прикалываешься? Это я говорю, нам надо ехать. Ты знаешь, где голубая сумка моя была? Я не могу без нее... Голубая сумка? В смысле голубая сумка? В каком понятии? Бля, я так соскучился, бля, я так хочу постримить ИРЛ, просто над людьми поугарать, ну, в хорошем смысле. Резинки для зубов. Повкидывать пранки какие-то, ну, настроение поднять. Фига ты пранкер. Ну. А ты так часто стримил ИРЛ? Не, ну, вот я сейчас изменилось настроение, бля. Крутой. Ты вообще не помнишь, я пришла, Да хуй знает, может, где твоя сумка, я ебу, я что, сумочник у меня погонял, что ли? Ну, я с ней пришла, может, не видел. Слав, подожди сюда, пожалуйста. Давай, что? Ага. Сейчас он что-то на ухо шепнет. Нет, а зачем ты я подошел тогда, зашелся? Давай пока тачку пойду покажу, ребята. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Я его пойду в интернет? В лифте? Ну да. Ну может упасть, ну а что поделать, жизнь такая.